Всем привет! Сейчас я расскажу, покажу, как смазывать шурик или шуруповерт. Короче, сверлил я это древесину, и древесная пыль попала с патрона, а там смазка. После этого он фигово начал крутиться, и там детали стали работать на износ. Кому неохота разбирать этот шуруповерт, делается очень просто. Берется масло вот такое универсальное, типа вот сюда, вот сюда капается, где-то буквально две капли. Капай давай. И масло-то у нас есть. Есть на дне. О, как накапал. Ну, лишку тряпку можно убрать. И вот прокручиваем. Главное, чтобы внутрь попало. И все. Для ленивых видео готово. И инструмент целый остается. И так этот шуруповерт замучился через интернет заказывать, а прибежишь в магазин, там целую неделю будешь ждать эту одну запчасть. Так что, кому понравилось, это лайки ставим. Кому понравилось это видео, ставим лайки, подписываемся, бьем в колоколец, заходим в плейлисты, пишем свои комментарии. Все, и не все, еще вот так можно наклонить, чтобы стекало масло туда вовнутрь. Где-то на полчаса, а потом так оставить, чтобы попал туда на эти, на лапки или не знаю как. Ну, короче, там резьба. Вот, на резьбу, чтобы попало. Потом в процессе это все разбрызгается. Ну, теперь все. Всем пока.